Внимание, внимание! Всем привет, дорогие зрители! Вы на канале Devil Play, и мы продолжаем Nameless Cat. Вот, давно я уже не записываю эту серию, наверное, соскучились по ней. А может и нет. Вот. Но тем не менее, я решил все-таки ее до конца пройти. Поэтому я ее буду проходить, записывать. Ну, чисто для тех, кто очень хочет сильно продолжение по этой игре. Вот, писали мне в комментарии, что эта игра чисто для расслабона. Да, не спорю, вот эта игра музыкой спокойной, так завлекаюсь, все остальное. А если обратить внимание, снизу аж и сверху у нас везде шипы, везде капец. И вообще эта игра, от которой просто бомбит, раздирает пукан, разрывает жопу просто от своей сложности. Но, тем не менее, мы не ищем легких путей. И мы начинаем. В предыдущей серии мы закончили вот на конце второй главы, прошли босса, и вот сейчас на следующий идет что-то типа мы, короче, на Луну попадаем. Да. Ого. Кстати, заметьте, или мне так кажется, или кот медленнее стал падать. Да, типа невесом. Ой, чуть-чуть не провалился. Так. Да. Сюда мы падаем и помираем. Так. А ну-ка. Отсюда сможем мы допрыгнуть? Да, смогли. Мы здесь даже какие-то грибы другие. Ого. Вот это да, конечно. А, это те самые же цветки, просто они не закрываются. Так. Это, наверное, как-то так надо. Просто прыгнуть. Опа. И далее. Кто молодец, я молодец. И все, мы проходим. На левую сторону даже не надо идти. Консерву забрали и, в принципе, зашибись. Ого, что это за чудо-юдо, блин. Ты планируешь и больше испытывать судьбу? Если не тренировать мускулатуру, ага, какой-то качок страшный, в условиях низкой гравитации, да, я же говорю, гравитация всем другая, правда, все. Не подобрал правильно слова, постепенно останешься совсем без мышц. Единственное спасение — тренировки каждый день. Взгляни на мои безупречные мускулы. Да, вообще нормальные такие мускулы. Только отстань своим мускулами уже задрал, блин, что такое. А, все. Ага, здесь типа что-то должно появиться, наверное, нам сюда еще рано. Что это за флажок? А, это чекпоинт такой. Так, какая-то новая уже система появилась, очередная. Даже непонятно, что это такое. Но я так понимаю, этот камень мы должны сдвинуть вниз. Да. Потом, наверное, сюда, да? Оп, да. О, оно еще и на время, нифига себе. Мы должны за это время успеть перепрыгнуть. Так, давайте тогда дождемся, пускай оно разойдется. Наверное, сначала мы на левую сторону пойдем. В правую сторону, скорее всего. Это будет продолжение. Да блин, ну... Опа, все. И сейчас мы должны еще и успеть. Блять, промахнулся. Капец. Ну вот о чем я и говорил, что, блин. С этой игрой придется попотеть. Так. Оп. Оп. Мне кажется, надо вот так просто. Вот так. Блять, опять я не промахнулся. Блин, ну тут капец. Так, бежим. Теперь еще и надо привыкнуть к этим прыжкам, блин, на Луне. Блин, а-а-а.
Не, ну это консерву однозначно надо взять. Так. Наверное, вот так надо как-то. Блять, сука, почти попал. Все, успел. А сейчас главное тут теперь не просраться, блин. А то иначе придется опять повторно. Это проходить будет. Ого. И как это пройти? Забрал я эту консерву. И сейчас пробуем еще раз пройти отсюда. Вот как? Капец. Вы серьезно, да? То есть как-то реально пройти это или как оно должно вообще выглядеть? Ну тут уже разобрался более-менее. А тут ни хрена никак. Вообще. А, наверное, надо просто, блин, я так понял, надо просто прыгать вперед. Упереться в потолок и падать прям на камень. Давайте попробуем. Да. Только как там дальше будет, я уже не знаю. Оп. Капец. Ай, блядь, я же консервы не беру. Да, сука. Короче, давайте потом уже консервы это заберем. Сначала хотя бы разберемся, как это пройти этапы, в принципе. И там еще дальше есть дорога, капец. Блять, не успел. Но уже более-менее наловчился уже. Уже более-менее становится ясно, как это пройти. Да, блин, до конца надо. Блин. Неужели мы опять застряем на этом этапе, и вся серия будет по поводу этого этапа, блин? А это еще начало, блин. Так, блин, растерялся я. Поторопился. Фух, наконец-то. И это еще не конец. Я офигею. Это я так получается по новой должен был я буду. Мне нужно, конечно, тут чекпоинт, но рекламу с моей не собираюсь. Так, давайте.
попробуем пройти. Охуенно. И все по новой. Короче, я сейчас доберусь туда и продолжу. Ну что ж, попробуем. Все. Тут я прошел, а тут еще, ну, вообще интересно, конечно, как это пройти. Но я думаю, тут попроще будет. Да, тут попроще. Но надо поскорее двигаться, потому что, блять, вообще отлично. Так, вдох, выдох, погнали. Не рассчитал. И еще очередная попытка. Так, мы справились. Ну, сюда вниз не надо. Консерву мы там не взяли. Да и ладно. Я потом как-нибудь, может, попробую все консервы собрать уже вне видео и посмотрим с вами, какой будет этот результат, что-нибудь появится или нет. А вот и очередной ягненок на растерзание. Котенок вообще-то не я. Будем кратки, я тебе все поясню. Меня зовут Филивин. Филин, защищающий правду. Тебя надули, целиком и полностью надули. Ты самоуверенный дурачок, сам такой. Извини, возможно, я задел тебя этими фактами. Факты еще. Разве он отстанет от тебя? Не тупи, кто именно отстанет? Даже если ты сможешь собрать все сокровища, ничего в итоге не произойдет. Все твои воспоминания, связанные с человеком, будут просто поглощены. Единственное, что ты будешь помнить, мне надо искать сокровища, как и другие до тебя. Ты будешь просто скитаться по разным местам, пока не умрешь. Блять, что так грустно, а? И песня такая. Я тебя предупредил. Пиздобол пошел нахуй. Вообще-то как бы, да, игра... Аккуратно здесь надо. Блин, я в ахуе. Опасно тут. То ёпарас это. Как это, блин, рассчитать так надо, блядь, этот прыжок грёбаный. Охуеть. Вот это да, конечно, блин. Жесть. Блять, еще надо успеть понять, когда я попадаю на гриб, именно тогда нажать. Оп, вот сейчас. И то, блять, охуе. Это надо рассчитать. Чтобы не влететь в эту хрень. Ага, уже что-то получилось. И как обычно, чекпоинт за рекламу, блин. Офигенно. Так, может, здесь секрет какой-то есть? Нету секрета. Еще чуть-чуть мы бы погибли. Так. Вот здесь есть чуть-чуть возможность подумать. Оп. Так, на следующий гриб, значит. Блин, а? Сейчас опять по новой. Ну ничего, сейчас я уже по крайней мере понял, как. Это мне не помогло. Так, ладно, опять начинается. Угу, отлично. Так. Охрененно.
Ого, чуть-чуть прям оставалось, чтобы я задел эти шипы. Ого, что тогда я рискнул. Ого, чуть-чуть. Фух. А я сейчас смогу попасть туда? Мне вот это очень интересно. Да, смогу. Вот. Ну, проходим этот этап. Капец. Это какой еще только второй, третий или третий этап? Но уже такая жесть творится тут. Везде одни шипы, блин. Да ептарас, это чё ты ж так... Так. Не. Да ёпарас это, а ну что такое? В самом начале уже начинаю, блин, тут погибать. Оп. Мне кажется, знаю, как это сделать. Блять, я же нормально шел. Капец. Попробуй опять туда попади. Не, ну там, где можно консервы забрать, то почему бы и нет? Да ёп. Оп. Так. Дальше так. Блять, перелетела. Сразу. Да, блядь, потолок уперся, поэтому ни хрена не получилось у нас. Угу. Ух ты, блин, чуть-чуть. Еще чуть-чуть, я бы на шипы попал. Угу, чекпоинт, тоже хорошо. Видел бы ты выражение своего лица, ну или своей мордочки, неважно. Ты уже наверняка должен был познакомиться с Филивином. Он был единственным, кто мог свободно прилетать на Луну и улетать с нее. Но теперь этот ублюдок, это не то слово ублюдок, отобрал у него крылья. А, кто-то отобрал, так и правильно сделал. Заебал этот Филивин, блядь, всякую херню несет. Любой, кто связан с ней, остается брошенным на Луне до сегодняшнего дня. Мы с Филивином оставались тут одни. Молодцы. Нахера это рассказывать? Может, вы этого, того вместе там? Ух ты, блин, чуть-чуть. Чуть не... Чуть не погиб наш кот. Угу. Вот сейчас. Не, не, нет, не рассчитал. Да, блин. Кот самоубийца, блин. Да опять. Да, блин, как я рассчитать эту фигню, а? Надо целый час ждать, когда будет подходящий тайминг, блин. Именно когда он спускается, надо делать это. Сейчас. То сейчас тоже не подошло это дело. Только тот просто дальше прыгает, а это не знаю, как сейчас рассчитать. We'll be right back.
Какое же это долбанутое место, это такое дебильное. Вот первую еще можно перепрыгнуть, вот вторая это такая херня. И плюс, блядь, я даже не прикасаюсь к этим шипам, то, что возле последнего гриба, то, что есть вот внизу. Не прикасаюсь к ним, а он вздыхает, блядь. И по новой приходится. Первую еще, опять-таки говорю, я уже наловчился, могу перепрыгнуть. Вот вторая, это самая херовая. Надеюсь, тут сейчас я не провалюсь еще. Все, конец этапа, наконец. Фу, ребят, это жесть. И на этом, наверное, будем все-таки заканчивать, потому что нужна немножко передышка, как минимум. И опять-таки ролик уже, в принципе, уже время, пора останавливать. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Да, жесть. Чем дальше, тем сложнее. Кажется, что, блин, сложнее уже не будет, а нет, находятся такие, блядь, места и моменты, где, блядь, вообще сложно проходить. Опять-таки, прожимай лайк, если тебе понравился ролик. Подписывайся на мой канал, если все еще ты не подписан. Прожимай колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, уведомления, что все приходили. Подписывайся на группу ВКонтакте, на Дискорд-канал. Опять-таки, я стараюсь для вас, ребята. Надеюсь, вы это заценили, оценили и поддержите меня. Спасибо всем за просмотр. До следующей серии. Всем удачи, всем пока.